Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня оракул выдал нам интересную карту. Называется она «Грустные объятия», а говорит она о том, что отпускание – это естественная часть жизни и роста. И хотя это может быть трудно, это позволяет нам посеять семена другого и более полноценного будущего. Эта карта говорит о том, что настало время позволить тому, что истощает вас и не приносит вам радости, быть отброшенным. Я очень часто говорю об этом в своих видео. Если вы держитесь за что-то или кого-то, что перестало оказывать положительное влияние на вас и вашу жизнь, пришло время отпустить это. Почувствуйте печаль и найдите время, чтобы понять и воспитать себя, проходя через этот процесс. Ведь очень часто мы не понимаем, что это нам мешает или что кто-то нас тянет назад, и даже понимая, что нам это больше не нужно, мы все равно почему-то за это держимся. А нужно отпускать. Поймите, ведь даже слезы можно рассматривать как семена для будущего. Слезы – это очищение. Потратьте на себя некоторое время, на размышления о том, где вы сейчас находитесь и в каком направлении вы бы хотели двигаться.